Это моя версия разгибаний ногами. Обычно разгибание делают обеими ногами одновременно. И, пожалуй, единственное, когда вы делаете это движение одновременно, это в зале. Мне нравится делать разгибание ногами попеременно, так же, как при ходьбе, одна нога за другой. Это позволяет мне добиться лучшего пикового сокращения для каждой отдельной ноги. Ни одна из ног не становится сильнее другой, они развиваются равнозначно. А также мне позволяет использовать левое и правое полушарие мозга одновременно во время исполнения упражнения. Как я уже говорил раньше, во время выполнения упражнения ваши мышцы устают, и техника становится хуже. Применяя метод односторонних движений, ваша техника даже может улучшиться, иначе вы просто не сможете закончить упражнение. И это еще одна причина, почему я так делаю. Моя техника улучшается. Связь мозга с мышцами сильнее, что позволяет мне продолжать выполнение повторений успешно. Выполним односторонние сгибания ног лежа. Используем ту же философию, что и при разгибаниях. Будем выполнять левой и правой ногами последовательно. Примерно так же, как будто плаваем. Это дает нам две вещи. Во-первых, лучшая связь мозга и мышц, а также предотвращает отрывание задницы от скамьи. Это ошибка очень многих при выполнении данного упражнения. Так что давайте использовать правильную технику. Обратите внимание, я не отрывал таз от скамьи, задница не поднималась, и вся нагрузка распределялась на заднюю поверхность бедра. Это были сгибания ног лежа.